Друзья, зрители, мы начинаем играть в Starbound дальше. С чем я вас всех и поздравляю. Загружаем игру. А, ты про это? Ну, первый самый загружаю. Да, мы тут нашли шикарную планету вчера, на которой можно добыть такой ресурс, который называется груда глаз. Так. Доски, создать доски. На самом деле тут куча всякой фигни, которую бы надо поудалять. Мне нужно растительное волокно насобирать. И чтобы сделать из него бинтов, потому что у меня кончились бинты абсолютно. Но я в надежде, что это растительное волокно. Ой. Так, подождите, у меня какое оружие это? Ага. Сейчас, подождите. Просто совсем без бинтов практически нереально. Вот сейчас он меня, допустим, стукнет. Но что-то меня не стукнуло, мне повезло. Это потому, что я опытный охотник. Ну, видите, так бы я его в ближнем бою просто завалил. Приходится извращаться. Эта же штука не агрится? Нет, вроде бы. Так. Ну, я надеюсь, что на этой планете, там в глубине где-то, будет то, что мне нужно. Так, факелов у меня достаточно. Кирок-то нету нифига. Давайте-ка. О, да эти глаза еще и осыпаются. Лол. Жесть какая. Давайте вообще полетим на другую планету, раз уж мне все равно возвращаться на корабль за кирками. Попробуем найти что-нибудь получше подходящее. Тут, видимо, нету этих лиан. Так. Рискованно, рискованно. Планета покрыта. Ядовитый океан. Нет, это тоже не то, что подходит. Ядовитый океан. Саванна. Нет. Отставить. Тропическая. Вот. Нормально. Погнали сюда. Так, пока летит как раз накрафтим кирок. Вот зачем эти шприттики, я еще не знаю. Давайте их пока уберем. Может быть, когда-нибудь я узнаю, зачем они нужны. Бомба, аптечки, кстати, аптечки надо бы взять, наверное, вот так. Так. Ну, кирки можно золотые, наверное, наделать уже себе, позволить. Я же богатый товарищ. Так, а как делать золотые кирки? О. Так, стоп. О, хорош. Так, это мы ломаем. Тут, кстати, вот я не знаю, вы не знаете, можно продавать, нет? По-моему, нельзя продавать вещи. Так, всякие кирки понаделали, на планету прилетели. Портуемся вниз. Красные шприцы устанавливают ХП. Окей, учту. Что делает самогонный аппарат? Он руду переплавляет в пиксели, насколько я понял. О, растительное волокно добывается из таких каких-то штук. А из этого? О, и из этих. И из этого? Нет, из этого нет. Моб злой. Я не знаю, сколько он злой. Ну, довольно злой. Хотя, конечно, получше, чем. Так, ну уже. Неплохо. Сейчас дырку где-нибудь найдем, в которой будем спускаться. Хотя дырку, на самом деле, лучше всегда делать около места высадки, чтобы потом ее не искать. О, сундучок. Ух ты, ничего себе, неплохо. Это что, биообразец? Образец новых биологических составов, генетической информации. Не знаю, что это, изучено для крафта. Зеленый стимулятор, аптечка, противоядие. О! Я могу делать аптечки. Аптечки же хилят лучше. А из чего они делаются? Из бинтов и биообразца. А где мне... Не понял. Это что такое? Я не понял. Я же не на серваке играю, я же офлайн. Это НПС?
Его завалил монстр, пока он на меня смотрел. Какого хрена это вообще было? Я не понял. Но этот парень совсем выглядел не как НПС. И как, почему он не реагировал на монстра, а просто смотрел на меня? Ну-ка, погодите-ка. Это что за свет? А, вот смотрите, это палатка его. Да блин, где моя пушка? Надо узнать, откуда падают вот эти вот биообразцы. Из них можно делать классные аптечки. Давайте похилимся, что ли. Не знаю, в общем, что тут происходит. Но я нашел лианы. И это меня радует. Так, чуть-чуть бинтов уже можно наделать. Добываем еще больше. Ну, нам вообще надо слитки урановые, потом титановую руду, если я не ошибаюсь, надо. В общем, сейчас закопаемся. Все это подобываем. Поехали. Угля, давайте глянем, сколько. Противоядие, кстати, выучил я. Зеленый стимулятор. Стимулятор с зеленой жидкостью. Ну, непонятно, зачем он. Так, факел. Угля 30, ну не очень много. На самом деле я могу просто открыть инвентарь, посмотреть. Говорят, что биообразец падает с дерева на планете с джунглями. Окей, спасибо, учту. Хотя, по-моему, та аптечка, которая грейженная, она лечит в два раза сильнее. То есть, а требует она два бинта, плюс еще это. Короче, ее скрафтить сложно. Сильно сложнее ее скрафтить, чем то, что она дает. Но, с другой стороны, это логично. И все равно она, наверное, стоит именно ими пользоваться в дальнейшем. Потом попробуем разобраться точно, как, откуда добывается биообразец. Чтобы наверняка знать. О, нормально я зашел. Тут дофига этих лиан. Сейчас подобываем, потом пойдем глубже. Так, проходим. Что за штука? Непонятно, вроде ничего она не делает. Какие-то рыбки плавают. Идем сюда, смотрим, что тут. О, богатство тоже. Сейчас еще уголь там снизу добудем. Все берем, собираем. Вот почему бы такую морпога не сделать? Вот взять чисто вот все то же самое и сделать морпога. Мне кажется, ну тут понятно, что, наверное, можно какой-то сервак сделать. Просто для большого количества людей. Ну, торговлю там еще добавить, я не знаю, ПВП, допустим, и возможно сделать свои дома, которые никто не может там ломать на отдаленных планетах, допустим. Ну, которые не могут играть, ломать игроки, или чтобы игрокам их сломать, надо много усилий приложить. Ну, вот, и была бы имба, по-моему. Ну, не имба, конечно, но довольно занятная штука. Сколько я этого волокна-то надобывал? 400, неплохо. В общем-то, я думаю, что этого и хватит пока. Дефенс дронов, а так пусть ломают. Там каких-нибудь защитных неписей, допустим. Ну, чтобы там была, допустим, часть дома, где у тебя склад, который никто не может сломать. Ну, потому что пока ты в офлайне, иначе это имба. Или клановые дома сделать, и тогда бы... Вот действительно, смотрите, практически не нужно никаких изменений. Сделать там систему кланов...
Так, что-то мне не нравятся жучки, которые там какую-то примитивную. Сделать клановые дома, настройки для этого, для всего. И все. Будет что-то типа EVE онлайн. И все так же. Пушки, которые крафтятся или можно выбивать. Блин, серьезный парень. Ни хрена себе там живности. О, все эти парни агро. Класс. Блин, меня... Я горю. Класс. Мне надо оружие нормальное. О, уран. Нифига тут мобья. Да. Слушайте. Это печально. А я вообще когда потухну-то? Это мне напоминает просмотр сегодняшнего GSL. Там ящик, кстати, стоит. И большой. Перезарядимся. Так, отсюда что-то не могу стрелять. Еще аккуратно подходим. Нужна пушка, которая лучше стреляет ракетами. Оно сплэшем бьет. Хоть я и меньше выстрелов могу гораздо сделать, но он дамаг большой. Бьешь и все. Все сносится. Это агромоб? Нет. Это не агро. Надо запомнить будет. Так, чему там полутали? Чешуя монстры, пиксели, каменный блок. Фигня все. Ящик. О! Но 185... Это хуже, чем мое, к сожалению. Ломаем. Не знаю, зачем я ломаю, но... Сломаю. Давайте, кстати, этот сундук себе возьму. Это уран, который мне нужен. Ну, вот этот титан, который мне нужен тут. Пятнистые белые камушки. Вирб, давай сделаем морпг по принципу террарии. Ой. Ты будешь делать, а я ничего не буду делать. Так. Конечно, с фауной напряжненько. Очень. Еще мобы. Ни хрена он на меня чем-то плюнул. Он уже меня гуфнет сейчас. Гуфнул. Отстой. Да. Художник нужен еще и звук. Женщина-художник будет. Женщина, ты готова? Почему? Да. Да, отлично. Вот, блин, я говорил, что надо закапываться поближе. Ладно. Короче, надо продумать сеттинг. И все. Единственная проблема, мы с женщиной ленивые. Это как бы то, о чем надо всегда помнить. Женщина, ты должна нарисовать эти, как это называется? Нет, не эскизы, как же это называется-то? Первоначальные картинки, которые показывают идею. Ну, то есть... Не, ну, я не знаю, да нет. Так, тут у нас злой моб. Или он не злой? Злой. Короче, от тех чуваков надо будет сваливать в следующие разы. Да и от с этим тоже лучше в мире не драться, я посмотрю. Скетчи, говорят. Не, ну... Типа про что придумать могу я? Изи. Или там вместе можно подумать. Потом надо нарисовать, и все. И готово.
Так, нам не сюда, куда нам тогда? Нужен бесконечно рандомно генерящийся мир, который на основе каких-то алгоритмов будет генерить, так, боссов там и всякое такое. Блин, мне нужна пушка нормальная, чтобы я их не ковырял кучу времени. Бац-бац и в продакшн, да. То есть я думал о том, чтобы мир, ну я не знаю, скрипты могли генерить сами себя, генерить данжи каких-то боссов, события примитивные. Ну в принципе на самом деле, ну вот как в этой же игре, в Starbound. Тут же все довольно... Я не понял, я его не убил, что ли? Я думал, убил. Тут же все генерится само, а мир получается интересным достаточно. Так, тут вот... Я... Из меня, кстати, выпали золотые слитки, которые я, видимо, потащил с собой. Зачем-то. Ну, генератор... Не квестов, а как-то событий, но и события могут квестовые цепочки. То есть вот сгенерилась локация, да, мир, который бесконечно генерится. Там, чем дальше ушел, тем он, блин, больше генерится. Я, правда, не знаю, как это сделать. Ведь рано или поздно кончатся ресурсы. Но это не то. Это не мои проблемы. Так, еще пушка. 261. О, это уже что-то получше. Нет. Ну-ка, а скорость... урон за выстрел 49. Ну, нет, говно. Хотя... Урон за выстрел 19, энергия выстрел 16, 27. Не знаю, ну-ка, давайте-ка попробуем оценить. Невероятное оружие. Жесть. Да, тут столько оружия разного есть. Чтобы один квест мог взять один человек, сделал и все. Не, ну можно сделать уникальные квесты, которые там будут попадаться только одному человеку, а можно не уникальные, уникальный шмот. Да, все, короче, пацаны. Вирб сделает супер игру. Для меня. Чтобы мне было что постримить. Мы заткнем Black Desert за пояс. Двудешной игрушкой. 2D-шный, да, 2D-шный. Уран взял всю игру, собирай, окей. На самом деле, мне кажется, что хай-энд графонные сиськи уже всем надоели, реально, вот если было бы как... Не скучный и разнообразный мир. При этом надо, конечно, баланс еще, чтобы был. Не, Чувир, я могу реально подумать. Ну, по крайней мере, над начальной идеей. Потом там... ТЗ написать. Если... Блин, ни хрена этот парень мочит. У меня биты кончились. Твою мать! Сейчас аптечки есть классные. А че этот моб перестал меня бить? А чё у меня бинты-то кончились? 122. Барни что-то снится, он уфает. Все, больше бинты не кончатся. Все, нормально. Баланс отстой, надо как в реале, в смысле? Ну в реале, грубо говоря, тоже есть баланс. Ты же... не знаю, допустим, выбрав профессию... банкир и закончив университет, ты же не становишься супер богачом. Ну, не знаю, тупой пример, конечно, весьма.
Да, ну, грубо говоря, я имею в виду, что нету там профессии, которую ты можешь выбрать, и ты станешь супер богачом. Нет оружия, которое ты возьмешь и станешь сильнее, чем чуваки с любым другим оружием. Это баланс реального мира. Если, конечно, слушайте, смотрите, что мы нашли. Нет, тебе не прилетела сова из Хогвартса. Да. Ладно, шутка так себе. Уж лучше робот, который сделал собаку и распилить пополам. Так, воду мы в эту штуку спускать не будем. Давайте-ка тут добудем. А всего. Мы, у пацанов спрошу кое-что. Мы планируем, блин, наш в новую Морпага. Ну, я быстро. Ну, Вирп, ну как ничего не делать? Ну, это если досталось, или повезло, или... Что, что, давай, спрашивай. Ребята, у вас тоже, когда вы через Android заходите, не только через приложение, но и через браузер не грузится чат? Учитывая, что компьютер у нас в доме занят пеком, я вообще не представляю, когда я смогу увидеть чат там нормально. Что за фигня? Он грузится, грузится и не загружается. В общем, если у вас такие же проблемы, то можете ничего, собственно говоря, не писать, потому что я все равно ничего не увижу. Но знаете, что я переживаю вместе с вами. Ну, там же неофициальное приложение. Чтобы написать гугеймский чат, да у меня и в браузере ничего не работает. На андроиде? Да. Ну, я со своего телефона могу читать браузер. А я могу только написать в бутылку, запечатать и кинуть в Ниву. Надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь из чата получит мое послание. Еще большой минус того, когда ты берешь пушку, которая бьет сплэшем, в том, что, ну вот тут оно в землю не стреляет, но если бы это была пушка, которая стреляет сплэшем, я бы мог выстрелить себе под ноги и убить себя. Это очень, конечно, может помешать захвату мира. Так. Ты же просил админов ее забанить. Не-не-не, ее не банили. Это что за фигня? А, это какие-то семена? Ненавижу семена, вообще бесполезные фигни. Вирпа, есть бесплатный движок, который может для этого подойти? Как он будет выглядеть? Блин, это же реально, наверное, дофига работы, да? Ну, прям до жопы. Адский моб. Хорошо, что я его мочканул. Ну, Unity это 3D вроде. О, еще какая-то пушка 261. 270. Ну, давайте посмотрим, как пуляет. Кстати, во-первых, эту мы берем, эту мы ломаем. Эту мы одеваем, смотрим. Ну, все, в общем-то, то же самое. Только дамаг меньше. Так что хватаем старую. Сервак сложнее, чем сам клиент игры. Ну да. О, ящик. Нормально, а там у нас что? О, это мы соберем. Unity 2D может. Ну, изи тогда, все. Осталось только решить вопрос того, что...
Нету денег, чтобы не работать и этим заниматься. Главным образом для тебя. И вопрос решен. Можно делать супер игру, которая будет лучше всех остальных игр. Та, опаньки, это же алмазы. Та-та-та-та-та-та. Оп. Алмазы — это хорошо. Ну, слышу, женщина моет посуду. Ну я чё, я работаю. Я не могу помыть посуду. Если серьезно, можно попробовать. Но мне кажется, что, ну, то есть, было бы круто. И можно, конечно, и попробовать. Но мне кажется, что это реально столько времени потребует. Даже для написания ТЗ в том виде, в котором я представляю себе это ТЗ. То есть для написания ТЗ, которое описывает, не знаю, механику мира игрового, не говоря там о серваке. Ну, то есть ТЗ по серваку я все равно не напишу. Никогда в жизни. Блин, еще второй согрелся. Да идите в... к черту, мобы, к черту. К черту. Нифига он, блин, шустрый. Надо пушки нормальные, потому что... Ну, это я уже говорил. Этому следа вас донес, я полагаю, про нормальные пушки. Так, а почему этот на меня агрится теперь? Чувак, мы же уже друзья. Ох ты ж, ёп! Ни хрена мы не друзья, да? Понятно. Надо сделать, как будет модно, поначать продавать альфу будет. Ну, кстати, да, why not. Что за затея? Сделать морпага. Я тут сидел и рассусоливал на тему того, что вот добавить в террарию просто систему кланов... Там, интерфейс обмена между игроками, свой дом, бесконечно генерящийся мир в разные стороны. Не в террарию, а в Starbound. И все, и это морпага будет круче многих. Что это за хрень такая тут с костями? Костяная хрень какая-то стоит. Сейчас посмотрим, что это. Тут есть БФГ, я не знаю, что такое БФГ, к сожалению. Что это? Серебряная руда. Платиновая руда, нормально. Так, о, гитара. Ну, гитару я уже собирал. Я не хочу интерфейс, инвентарь засорять. Но я почему-то думаю, что БФГ это... Что-то типа гранатомета. Но, возможно, это вообще не о том. Возможно, это... Не знаю... Вид кирки. Я, в принципе, не понял, о чем ты говоришь. Тогда мне будет стыдно, но ничего. Я это переживу. Ты знаешь, что такое БФГ? Ну да, это точно. Я не знаю, если что. Вирп не хочет с нами теперь работать, если мы не знаем, что такое БФГ. Вирп, мы же друзья. Нет. А можно я на свой день рождения с тобой потом не сижу?
не Корею, по крайней мере. Ну, понятно, что не Корею. Конечно, понятно. Я же женщина. Ну, не знаю. Да, ты можешь... Ты можешь со мной не в выходной комментировать. Вон, можно было бы Starbound вместе играть. Просто ты ж работаешь большую часть времени. Ну просто чё, это какой смысл один день играть в Starbound? От этого ничего не получится, 241. Ну давай регулярно, ну можно же там пару часиков играть. Не в Starbound. Дорогая, ну ты и так ничего не успеваешь. А тебе еще деньги зарабатывать? Нет, в смысле, я-то не против, давай! Когда? Можно не в Starbound, да. Вырубайся. Я пошла отвертками поработать. Поработай отвертками, конечно. А, БФГ пушка из Квейка, точно. Ну, в общем-то, как я и думал. Все, как я и думал. Так, добудем тут титана. Слушайте, а не хватит ли нам урановых этих 90, титановый 49? Ну, давайте еще чуть-чуть покопаем. И будем выкапываться потихоньку. О, а тут, кстати, что-то интересное ведь, да? Да, не без этого. Опаньки! Что это у нас тут? Так, давайте воду сюда спустим. Не мешал. Сколько онлайн игроков ожидается в будущей игре? Ну, несколько миллионов, я уверен. Вирп, фэнтези или фантастика? Один сервак на всех, как в ИФ. Разве в ИФ не несколько серваков? Ну да, вот что-то типа... Ну вы... О, там алмазы. Так, а что это такое вообще? Где это я? Опасно. Ящик пустой. Ящик пустой. Ненавижу пустые ящики, но этот ящик я с собой возьму, он мне нравится. И чтобы все в мире можно было добыть, и мир как бы генерится бесконечно, можно делать классное оружие. Блин, надо... Да... Космический корабль какой-нибудь такой же примитивный, почти как в Старбаунде, то есть, чтобы не очень упарываться темой космических кораблей, но чтобы его можно было менять и кастомизировать чуть-чуть. Сначала можно забить на кастомизацию корабля, просто чтобы можно было летать по бесконечно генерящемуся миру. Но допустим, чтобы он не генерился дальше, ну, если там как бы... Нету ничего интересного. Если людей мало, то... Не очень-то это гонг. А как вот работает вообще? О, господи, как громко. Я голод. Надо убрать это из-под моих рук. Пока что. Хотя как гонг неплохо. Во, кстати, да-да-да-да-да-да-да, пусть, ну, мир генерится бесконечно, чем дальше, тем сложнее мобы, то есть, чтобы игрок, там, даже используя, грубо говоря, какие-то способности, пытаясь пройти на пофиг, чтобы он все равно в какой-то момент мобы становились, и левел неограниченный, кстати, я об этом тоже очень много думал. Вот смотрите, идея, бесконечно генерящийся мир, но чем дальше ты проходишь, тем сложнее мобы, и в какой-то момент мобы становятся настолько сложными, что ты, ну, там, в стелсе, да, ну, условно, да, допустим, там, как, есть много морпага, там, урок есть стелс, например, в стелсе ты не можешь пройти, никак не можешь пройти, и никак не можешь открыть дальнейший мир, пока ты не прокачаешься, и... твой левел ограничен тем, насколько сильные мобы тебе доступны. То есть прокачиваешься больше, становятся тебе доступны более сильные мобы. Так, кто первый сагрится из этих?
гаденыши двух. Иди сюда, слышь? Слышь? Блин. Ты слышь? На самом деле надо подумать серьезно на тему, почему ни одной морпага вот с такой системой ограничения левела и мобов, ну то есть бесконечной практически нету. Это странно. Так. Это же Diablo 3 великий портал. Ну, кстати, да, вот в Diablo 3 какая-то похожая система. Действительно. Ну, я как раз из Диаблы мне это в голову и пришло. Я на стримах Диабло на эту тему первый раз распылялся. Нету, потому что это очень сложно. Почему это сложно реализовать? Тем более очень сложно, как ты говоришь. Да блин. Да блин. Бесконечно генерится мир и все, че. Изи ведь. Все, вылазим отсюда, мужики. ММО подразумевает совместную игру, а смысл играть 10 левел и 100 вместе без возможности когда-либо догнать его. Корреляция между уровнями сделать ее очень маленькой. Между 10 и 100... Нет, не так. Ну, между 10 уровнем и 200, допустим, не очень большая разница. А между... Ну, это скорее не уровни, да, надо, вот как парагоны. То есть, ну, просто статы растут чуть-чуть. А между... Там, 200-м и 250-м, 250-й там это очень сложно, допустим, его взять. Уже разница небольшая, и они могут вполне бегать вместе. Ну, реально, как парагоны в Диабло. Ок, 10-й, ну, в Вове ты же первым уровнем с 90-м или какой-то сейчас максимально не играешь. Сложно реализовать, сервак не выдержит такое количество просчета. Да? Вот отстой. Ну, в смысле, какого именно просчета? Ты имеешь в виду для бесконечной генерации мира? Ну, сервак вот... Есть же Майнкрафт, там мир бесконечно генерится. Те же кубики. Ну, то есть, это же для клиента можно сделать не кубики, тем более, если двухмерную делать. А для сервака это будут квадратики даже, а не кубики. Почему это сложно? Понятно, что люди попытаются уйти супер далеко, но как раз тут-то и мобы сильные встретятся. Ну, блин... Почему ты приводишь пример 10-тысячный? Я говорю, что 250 очень сложно. Там, допустим, время, которое нужно провести в игре, чтобы прокачаться с 250 до 260, это год. А с 1 до 100 это месяц, допустим. Вот. Ну и таким образом достаточно близко будут друг к другу игроки. Хотя, конечно, понятно, что у этой системы есть свои минусы. Да, что-то мы как-то... Для этого... Вот, VIRP уже готов сделать кластеры. Нормально. Все будет. Так, давайте выложим. Сначала рассортируем трэш. Вот это надо все выкинуть. Тут есть какая-то суперурна? Огромная. О, я придумал. Я придумал суперурну только что.
Слушай, ну как, еще раз, как в Вове? О, слушайте, биообразцы падают прямо отсюда. Да ладно. На аптечке, на классные. Что-то они перестали падать. Нет, вот еще упали. Нормально. Так, ладно, я что, я хотел мусорку поставить. И сюда запихиваем все, что нам не надо. Так, стекло нам, вероятно, надо. Запихиваем это. Ну, еще мусорку, так еще мусорку, why not? Все-таки ограничен. Мы опять же говорим о бесконечной генерации квестов и мира. То есть сам будет генериться, и для игроков не будет ограничений. Конечно, супер задроты идут супер далеко, да. Как их догнать? Ну, в итоге они все равно очень медленно будут прокачиваться. Кстати, большие штрафы, ну как большие штрафы? 30% экспы, допустим, отнимается, если дохнешь. В том числе в PvP это отстой. И хай-левел, у которого для 30% экспы ему надо играть несколько недель, он их сливает, и его становится проще догнать там в рейде, допустим, опять же. Короче, я не вижу... Так, доски нам нужны. Хороший песок нам нужен. Это нам не нужно. Не вижу такой сильной ограниченности в бесконечном левеле в том виде, в котором он есть, как вот в Диабло, допустим. Ну, это пусть останется. Сейчас какую-нибудь грязь еще возьмем для строительства. Вот так. Все, уходим отсюда. За квесты не только награды. Квесты сделать сложными, да, там, допустим, вовремя не сделать, а какой-то штраф. И чем больше по уровню, тем сложнее. Не знаю, чтобы сливало. Сливало. Ну, хотя не надо так сильно искусственно ограничивать, наверное. Все, господа, это гениально. Это план. Я считаю, это план. Сейчас я все засуну сюда. Сначала. Давайте классных аптечек наделаем. Why not? Оп. Все нормально. И теперь, собственно, надо понять вообще, что происходит. Дюрасселевая броня нам нужна. Так, хорошо. Разбираемся, что нужно для дюрасселевой брони. Тут ее можно делать? Нет. Значит, нам нужна следующая наковальня. Как получить следующую наковальню? Следующая наковальня... А, роботизированный верстак. Где он у меня? Вот он. Наковальня. Репликатор. Дюрасселевый слиток. Так, как делать дюрасселевый слиток? Магнитный тигель. Титановый слиток. Урановый стержень. Берем. Урановый стержень. Титановый слиток. Игра называется Starbound. Так, делаем магнитный тигель. Это, видимо, новая версия печки, кажется. Чё, он не ставится нигде? А, он ставится. Да? А, нам теперь, кстати, эти печки не нужны. Ломаем эти. Отстой. Так, дюрасселевый слиток, да, нужен? Он делается, ага.
дыщи, наделали дюрацеллевых слитков. Кстати, а чем надо, чтобы пушку мою загрейдить? Ого, 20 дюрацеллевых слитков, нифига себе. Потом, все потом, пока кирками покопаю. И мы можем сделать репликатор. Да есть же. Так, хватаем репликатор. Ставим его куда-нибудь, я не знаю, куда его поставить-то. Тут нигде нет места, да? Ставим его вот сюда. И теперь мы можем сделать броню, но у меня мало титана. Зато можно сделать крутой меч. У меня даже на чест не хватает дюрацеллевых слитков. То есть для дюрацеллевых слитков нужен титан. Соответственно, надо просто накопать еще титана. Ну хорошо, окей, окей. Слушайте, а я, кстати, могу как-то... Мне надо же корабль еще загрейдить. А что мне надо, чтобы загрейдить корабль? До класса воробей. Теперь 10 урановых стержней и 10 титановых слитков. Блин, вот надо было его загрейдить. Я вообще не знаю, как... Я никогда не делал корабль больше. Это же будет грандиозно. Большой корабль. Урановых стержней... Ну, а слитков я нету, потому что я их все переплавил. В эти. Понятно. Хорошо, погнали дальше копать. Как-нибудь глянем систему крафтинга в факторию, мне понравилось. Так, стоп. А где мои ящики? А вот. А чё там? Фактория что-то знакомое. Грёбаная вода. Чё делать? Я избавился от воды. Я победитель. Да-да-да, я помню. Но я... Ну, оттуда я, собственно, про него и слышал. От тебя. Я его смотрел. Я, кстати, даже играл в него. Я аж скачал пиратку, по-моему. Но мне не понравилось в итоге. Не система крафтинга, а... Ну, можно, кстати, что-нибудь такое как раз придумать. С другой стороны, конечно, в двухмерной RPG не сделать... Нормально персонажи располагаться не будут, скорее всего. Это будет неудобно. Так, ладно, все, сваливаем отсюда. Нам вода не нужна. Бегать по воде нам не нужно. Вот тут будем закапываться. Ты игру собрался делать или просто мечтаешь? Да, я думаю, что просто мечтаю. Не, я бы с радостью этим занялся. Но мне кажется, что в итоге и у Вирпа времени не хватит. И надо будет еще человек 10. Даже на какой-то минимум. Хотя тот же Pass of Exile изначально сделали 2 человека, но... Ну, то есть сначала их было. Да и в Диабле было сначала 2 человека, по-моему. Но... Так, гребаные агромобы. Там сундучок, может быть, в нем есть что-то, что мне нужно. Очень бы хотелось на это надеяться. Так, ладно.
О, это, кстати, прикольная тема, не то чтобы она мне была очень нужна прямо сейчас. Главное не количество человека, а их качество. Ну, грубо говоря, World of Warcraft ты вдвоем не сделаешь. Даже если это будут очень качественные люди, 260. Нет. Хотя, возможно, эта тема мне и пригодится сейчас. Плюс еще начинает, что у меня тут финансовые проблемы предвидятся небольшие. Опять эта хрень. Начинает что-то, когда предвидятся финансовые проблемы, тоже не самая лучшая затея. Так. Оп. О, надо ж вниз спуститься, там же вон палаточка какая-то. Разные спецы нужны. Все, всех загасили. Эверет говорит, что World of Warcraft вдвоем сделаешь. Ну как, там грандиозный просто объем работы, тупо квесты все написать. Ну, протестировать даже. Окей, Верб, если я что-то по этому поводу напишу, какую-то идею, я тебе дам знать. Говорят, в World of Warcraft от силы 10 разных квестов, в остальных меняется название предмета, которые надо принести. Ну, окей, что я могу тебе сказать. Я думаю, пришло время покопать алмазной киркой. Правда, по-моему, копает она не лучше, но... Блин, выкопал палатку зачем-то. О, нормально. Старался с факелами. Ну что, у нас тут друг, которого особо не откатишь. Да не откатишь, нормально. Не-не-не. Мечом его, мечом. Хорош. Ой, он же меня завалит сейчас. Твою мать! Тихо-тихо-тихо-тихо, живи, котик, живи. Давай. Фу! Я реально думал, что я сейчас гуфнусь. Зараза. Сдохни. Вот так вот. Так будет с каждым. Кстати, мне титан нужен, и, по-моему, это вообще первый титан, который я нашел. О, там сколько ящиков! Пустой.
пустой ящик. Давайте-ка ящики соберем все. Там, по-моему, было все, что было, там это был фонарь, да, из ценного. Где он? Надо его выкинуть. Фонарь это не ценно, потому что. Вот, там еще что-то снизу, смотрите-ка. Блин, где этот титан-то? Мне надо реально много титана. А его нет. Ого! Неплохо так запрос выполнен. На самом деле урановых стержней вообще на них можно даже забивать, наверное. Давайте тут только разобьемся. Повесим факел. О, не зря повесили факел. Если уж копать вниз, там где ничего нет, а там где уран, то, конечно, там где уран, это хорошая идея. О! Ага. Ну, наверное, наверх лезть не будем. Полезем куда-нибудь сюда. Тут где воды нету сейчас. Чуть-чуть подспущу воду, чтобы она не попадала. Все ниже и ниже и ниже. О, привет, титан. Много титана, хорошо. Мне надо еще, по идее, 20 титановых слитков на... Я, кстати, не знаю, сколько надо титана на один слиток. 27 это точно мало, там, скорее всего, 2 надо. На титановый слиток. Мазики. Как твои дела? Хорошо, я наклеила на велосипед кружочки, приделала звонок, и задний габарит, как его назвать. Угу. Вот. Но я очень волнуюсь за фару, потому что она стоила очень дорого. И я не совершенно не помню, где она, но помню, что стояла на работе заряжаться. Надеюсь, я правда забыла про почему. Мне не нравится фраза «очень дорого». Но, наверное, лучше мне и не знать. Да. А теперь мне еще больше это все не нравится. Ну ничего, все в порядке. Я тут уран добываю. Уран дорого стоит, я могу его продать потом. Заработаем денег. А? Купите мне пару? Не, ну, скорее всего, на один урановый стержень можно квартиру купить, мне кажется. Вместо фары. Как ты смотришь? А можно вопрос к тебе, как к мужчине в доме? Ну, да. Почему в нашей коробке с пуховицами, ключом и отвертками лежит фантик от конфеты? Потому что я его туда прибрал. А, понятно. Ты
занимался мужской работой, потом подустал, съел конфетку и подростком занимался мужской работой. Скорее всего, так и было. Блин, он навалялся, наверное. Я его убрал туда, в коробку, потом там остался, так вышло. По-моему, все логично. Хорошо. Ух ты ж, елки-палки. За стержень рану ты просто исчезнешь, и никто тебя искать не будет, да, наверное. Ты прав. Ну, тогда вместо стержня урана можем продать вот это вот охраненное ружье. Оно, наверное, тоже не очень мало стоит. Ну, возможно, из-за него я исчезну. Ух, чуть не замочили. Вот я бы расстроился, если бы не замочили тут. Ползти вниз хрен знает сколько времени. А что будет, если ты окажешься в темноте в полной? Начнешь его потерять? Нет. Но ты если просто... там будут мобы, то начну. Ну, понятно. Ну, ничего не видно будет. Прыгучий зараза, а? Что-то он подлагивает. Я говорю, какой ведьмак, у меня компьютер Starbound не тянет. Так, все это вольно. Может туда вниз пойти? Ну, хотя тут, наверное, тоже перспектив. О, смотрите, так там же уран. А я сразу и не заметил. Угу. Дальше я, пожалуй, копать не буду. Пусть все остается как есть. Хотя там вот тоже уран. Но этого парня можно мочкануть. Мимо, мимо. Он чем-то сносит урон. Сносит хп сильно. То есть у него какой-то атака. Серьезно, у этих мобов. Мобы, кстати говоря, тут тоже случайно генерятся, насколько я понимаю. То есть на... Ой-ой-ой-ой. На каждой планете генерятся мобы. У них тут есть модельки. И моделек не так много, но, допустим, вот таких вот я еще не видел моделек. У них генерится цвет, у них генерятся обилки. В зависимости там от их левела какого-то. Ну, тут, конечно, количество левелов сильно ограничено. Мобов этих самых. Наверное, не знаю. Может сгенериться босс. У меня, кстати, кирки кончаются. О, тут же это. И там еще уран. Добываем все. Собрали уран. Собрали уран. Отлично. Да, титан, а не уран. Вы правы. Спасибо. А то собираю титан и думаю, что это уран. Титан недорогой. И ты так думаешь, потому что ты глупая женщина. Ну, мужчины знают истинную цену титана. Титановые кольца ведь дешевые, обручальные. Что-то холодно, закрой дверь. Сейчас я собираюсь. Быстрее, я мерзну. Я сейчас уйду и закрою. Быстрее. Спасибо. Я туда не хочу, ребят. Мне кажется, хватит. Хотя, блин, там надо на экипировку полную. Получается, сколько по ресурсам там? Сейчас не под... 6 плюс 10 плюс 6 где-то это получается... Это получается надо еще. Ну ладно, давайте еще покопаем.
Вот тут вот, допустим, можно покопать. Почему бы и нет? Я еще не знаю, сколько надо на слиток просто. Ну и мне надо слиток, 20 слитков еще на вот грейд моей этой. Всасывалки. Манипулятора моего. Рубим, рубим, добываем, минералы собираем. А где? Где титан? А, 106. Все, короче, точно хватит, наверное. Уходим. Правда, сейчас на обратном пути мобы нареспились наверняка. Но что делать? Пока. Звони, если что. Ты телефон взяла? Опять чуть не сложил меня. Иди к черту, чувак, иди к черту. О. Ну хоть черт на этой фигне не попал. Не, черт с ним. Пусть живет, все равно потом отреспится новый. Этот мне сильно и не мешает. Чего что-то говорить. Так, так. Тут давайте это сломаем. Будет мешать подниматься. И это сломаем. Угу, хорошо. Угу. Дайте мясом закушаем. Сейчас будет само... О, лол. Идеальное преступление. Ох ты ж, елки-палки. Так, ну мы уже близки к поверхности. Это хорошие новости. Потому что тут мобы с поверхности ходят. Он застрял, это тоже хорошие новости. Видите, когда под водой звук выстрела в другой. Женщина по губам... Не, на велосипеде кататься. Так, а что мне с углем? 32, мало. Надо угля подобывать. Привет, Кронос. Если ты только пришел. Дайте еще угля. Больше угля, богу угля.
Тут, кстати, нельзя, интересно, уголь делать из деревьев. А вдруг? Смотрите, сколько я цветочков насобирал. Охренеть же. Класс. Что-то я туда не хочу. А сколько у меня факелов получится? Ну ладно, пока норм. Это моя любовь к накоплению говорит. Надо было еще один сундук, да, сделать. Для всякого трэша. Хотя, может, тут... Ну, это пока нормально. Лепесточки поудаляем. Палатка мне тоже не нужна. Надо будет найду другую. Вроде все. Вот еще. Все, другого говна нет. Летим наверх. Так, значит, по очереди сначала берем. Делаем все это. Так. Так, а мне надо дюрасселевые или титановые слитки на грейд? Дюрасселевые. Нифига себе, запросики. А на грейд корабля? Титановые. Так, грейдим корабль. И... Воу, какой огромный... А куда пройти-то, я не понял. Эй, что закрыто? Алло? Алло? А может, можно... О! Ей! Огромный корабль! Выкусите! Я поставлю тут ящик. Даже два. Бам! Бам! Грандиозно! И переложу туда все ресурсы. Так. Ну, кстати, тут можно еще ящиков понаставить. Так, все эти ресурсы забираем. Перекладываем тоже сюда. Жалко нет кнопки сортировка, как в этом, в Террарии. В Террарии кнопка сортировка — это просто грандиозно. Просто грандиозно. Так, а тут у нас будут ящики для трэша. Вот. Класс. Класс. Супер корабль. Е-е-е. Так, а, я все ж выложил. Лол. Так, давайте сюда запихаем вот эту всякую фигню. Вот это. Слушайте, я, может, могу делать новые грыды теперь для себя? Технологии. Да! Класс! Чё, реактивно... Держите вверх и прыжок для реактивного ускорения прыжка. Следите за... Не знаю, что это такое. Так. Вверх и прыжок. Ну-ка. Портанемся, потестим на планету. Ой, ну, во-первых, это плохо. А, то есть... Так, а как прыгнуть не так высоко? Почему-то получилось не так высоко. Ну, короче, что-то я не понимаю. Если держать его и нажать пробел, то вот так. Если нажать одновременно... Мне больше предыдущий нравился. Вот, если держать пробел и потом нажать V, то на второй раз он прыгнет вот так. Или так. Наверное, есть что-то среднее. Вот, как-то получилось посерединке прыгнуть. Не знаю, что оставить. Ну, давайте оставим это. Может, я как-то научусь этим пользоваться.
Хотя вряд ли. Так, окей. Нам нужна... Нужен дюрасселевый слиток. Для этого мы берем титан. Эти. Идем к тигелю. Так. 43 дюрасселевых слитка. Хватаем штуку. Делаем ноги. Шлемак. Чест. Одеваем. Все. Да. Так, удаляем старое. Грейдим манипулятор. Или как? Дюрасселевых слитков могу улучшить. Успех. Манипулятор был улучшен. Дальше что нужно? О! Позволяет... прокладчик позволяет соединять проводом различные объекты. Я могу включить его для тебя. В смысле? Что за провод и разные объекты? Как вообще этим пользоваться? Ну-ка. Объекты, соединяйтесь. Пацаны, вы что-нибудь поняли, нет? Ну и хрен с ним. Окей. А дальше 10 очищенных единиц каждого. Ух ты, тут что-то уже такое сложное надо. Окей. Так, значит, я сделал квест. А, может, можно какую-то пушку сделать? Или у меня кончился день? Практически кончился. Давайте посмотрим. Только могу такую сделать, а такую уже нет. Блин, одного не хватает. 16 не хватает. 460 урон, у меня 183. Ну мне это надо! А у этого сколько? 345. Но это все равно будет сильный ап. Правильно? Значит, давайте пока его скрафтим. Или может еще один слиточек как-то можно будет сделать. Я не знаю как. А где я ресурсы найду? У меня нет ресурсов. На еще один слиточек. Да? Нету? Серебряная руда. М-м. Ну, давайте сделаем говно. Почему бы и нет? Так, ну что, летим на... сдавать квест. Пуск. Идем сдавать. Портуемся. Блин, женщина окно открыла. Да ты охренела. Я ей говорю, мне холодно. Она ушла, открыла окно. Шлюха. Извините. Все, я ее сдам. А, да, у меня же теперь супер прыжок. Смотрите, бегу. Грандиозно. Тебе стало доступно новое строение, связанное с электричеством, да? Может быть. Так, ну тут мне дали новые квесты. Я так понимаю, что если серию вот этих квестов сделать... Брось его в печь и принеси мне пепел. Пакет с мясом? Окей. Вот если сделать серию этих квестов, то я смогу еще раз корабль загородить после еще там каких-то условий, выполнив. Что-то робот от меня хочет.
Лол. Это просто табличка Help me, что ли? Смешно. Так, я приехал сюда, будучи выпущенным из тюрьмы. И все приняли меня. Я хочу показать им, сколько они значат для меня. Принеси мне 5 пороха, таким образом я смогу сделать фейерверк. И также научу вас. Что-то парню, который приехал из тюрьмы, по-моему, порох не очень хорошо приносить. Хочешь научиться делать бумажный самолетик? Я в этом лучше. Иди поговори с лорианским умником. Он научит тебя делать бумагу. Принеси мне немного бумаги, я научу тебя. Блин, мне не нравится это улучшение, которое я взял. Привет, странник. Я ученый. Здесь на форпосте. Я решил построить устройство, которое нам сильно поможет. Мне нужно 10 медных слитков, чтобы сделать проводку. Принеси мне это. Интересно. Медные слитки — это довольно легко. Почему-то на хардкоре не стал играть, не знаю. Так там вроде все вываливается, нет, крепкая броня. Ты будешь... А, меня на вечеринку приглашают, основная вот квестовая цепочка. Типа, ты будешь сложным и почетным гостем на вечеринке. И вот мне дали телепорт в это место, где типа вечеринка проходит. Так. Этот парень со мной не хочет разговаривать. А кто меня научит самолетики делать, я не понял. А, может он? Ты хочешь, чтобы я начал тебе делать бумагу? Элементарно. Ты должен найти мне пару ингредиентов. Поговори со мной, когда будешь готов. Ну, так я готов. А, древесину. У меня есть. Нет, у меня нет древесины. Твою мать. Скорее всего, ему там нужна будет древесина, вода. Сейчас, нет, мне не нравится эта улучшалка. Сейчас я возьму назад. Летим наверх мы все на. Так, кстати, а чё я хожу с ресурсами? Если бы они из меня выпали после чего-то. Вот этот мешок, который надо бросить в печь. Я не знаю, что значит бросить в печь, но у меня есть печь. Где она? Ну, у меня роль печи исполняет вот это. Мне, боюсь, сюда нельзя бросить мешок никак. А что же делать? Этот мешок странно мягкий на ощупь. Интересно, что внутри. Может, его можно открыть? Или сюда вот так засунуть? Хм. Опаньки. Ну-ка, подождите-ка. И чё теперь? Почему написано на левую кнопку мышки? Это типа... Я поставил. Почему он не машет? Хотя он и так не машет. Так, а почему он не машет киркой? Что случилось? Не, все нормально. Так, ладно. Украсили. Ну что? А, я хотел сделать квест, за который мне дадут пушку. Рандомную. И здесь пушка, да, вот. Две пушки. 10 медных слитков. И... Или, погодите. Не, одна пушка. Не туда нажал. А, нет, вот. Вынос мусора. Брось его в печь и принеси мне пепел. Чё за печь? Здесь печь сплава, но в нее ничего не бросить. Может, огонь просто? Ну, что это за электронная станция? Я могу использовать эту электронную станцию для создания проводов и использования их так, как мне нужно. Не знаю, зачем это, но, видимо, нужно будет дальше. Интересно. Так, ну все-таки, что за печь? В смысле, и как, что вообще с этим мешком делать? Так, а второе задание, за которое дают оружие. Медные слитки, это легко. Печь. О, может сюда?
Нет. Так, хорошо, что мне надо на костер тогда. Древесина. Кстати, древесина нужна еще и для этого. Тут нет древесины. Почему у меня нет древесины? Я что, не мог сохранить себе древесины? О, тут есть два костра зато. Лучше, у меня есть костер. Да, древесину я, походу, не сохранил. Ну, я не прав был. Ладно, ставим костер. Вот отстой, что делать? Не понимаю. Ну-ка, давайте-ка я на Вики залезу, почитаю. Скорее всего, что-то с переводом. Ну, потому что написано печь, у меня нету ничего, что является печью. Так, Starbound. Википедия. Так, квесты. Вынос мусора. В каменной печи можно его засунуть, в каменную печь. Чё за... Хорошо, идем к самому тупому верстаку. А, просто это, да? Ага, так. Ну хорошо. Нужен костерок. Берем костерок. Заходим. Делаем каменную печь. Ставим каменную печь. Залазим в ка... И как я сюда могу что-то засунуть? А, таинственный пепел. Вот, у меня появился рецепт. Окей, пепел готово. Так, я видел где-то древесину тут. Древесина? Я тебя видел. Где древесина? Да что ж ты будешь делать? Точно же было? Тут руды еще чуть-чуть. Ну и хрен с ним. Так, и 10 медных слитков. Не понял, где мой пепел? А где пепел-то? А, он вот на единичку засунулся. А где мой меч? Который был... А где мой меч? Куда? Куда делся меч-то, алё? Зараза! Я его что, сломал, что ли, нечаянно? Куда я дел меч? Блин, он же стоил дофига! 10 дюрацелевых слитков, 11 или сколько там, много! Кто забрал мой меч? И что мне теперь делать без меча? Кстати, у меня была печь. Но это полный отстой. Ну, ёлки-палки. Куда я мог его засунуть, я не могу понять. Может, кто-то у меня его забрал по приколу? Ну, из НПС, я не знаю даже. Внезапно, да? Так, что он мне дал за пушку? В смысле, награда? А где награда?
А, вот она. А, вот мой меч. Фух. А чё он туда перенёсся? Так, а чё за оружие? 9. Ну-ка. 185 урона. Говно, оружие мне дали, понятно. Так. Видимо, второй тоже будет таким же. А, нет, это тоже хрень. Жесть. У него еще скорострельность такая маленькая. Пистолет типа. Так, ясно, это все ломаем. Где мои... А, вот растительные волокна. Отлично, миллион бинтов. Все, господа, идем делать сценарий. Уи. Там якобы какая-то вечеринка. Не знаю, что там за вечеринка на самом деле. Друзья, на... Да хватит лечиться, дебил. Напоминаю, что если вам нравятся стримы Пиптара, подобные, вы можете поддерживать их деньгами, донатом. И так делать очень здорово. Вот. Все сказал. Так, я хотел изменить улучшение и отправиться на задание. Все. Вперед. Задание... Задание. Загадочная вечеринка. Погнали. Ну или без отблоков там смотреть. Вас, конечно, немного, но... Ну, 10 рублей уже за стрим заработал я. Женщина будет мной гордиться. Почему я не могу двигаться? Могу. Так, какая-то тут вечеринка. Семена какие-то. О, пиксели. Рычажок. Эй, блин, что-то я чувствую, что это будет весело. Блин, а это мне туда надо было падать вообще, нет? О, тут какие-то монстряки ходят адские. А как открыть? Вот смотрите-ка, там ящики. Халявные ящики. Халявные и пустые. О-о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 -
Зря дюрацели потратил. О, тихо. Друзья, давайте не будем... Слушайте, может я новым мечом его лучше зарублю, нет? Ну да, гораздо лучше. Вирп прислал 100 рублей с комментарием. Хорошо, что напомнил. Спасибо, Вирп. Действительно хорошо. Я могу вместо сообщения донате просто писать Вирпу в скайп, говорить, писать: Вирп, где мое бабло? Что-то ты сегодня еще не присылал. Спасибо. Сегодня не только Вирп присылал, всем спасибо. Главное за хп следить. А тут нельзя хп фрейм перенести? Нет? Так. Угу. Так, ну к тому мобу нам, наверное, не надо. Вот он человек. Он добрый или злой? Ч
чувак, ты как вообще? Воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу. Я все понял. Я все понял. Отступаю, отступаю. По-моему, им этот мост не нравится. Слушайте, что там какой-то жесткий. По-моему, мне нужно дальнобойное оружие все-таки посильней. Опаньки, смотрите-ка, что я нашел. Да, вот есть надежда, что мы тут в ящиках что-то найдем. А как туда попасть? Никак ведь, да? Они издеваются, что ли? Тут же не пройти. Это не ломается ничего. Вот геи. Ни хрена он прыгает. Ни хрена у него щит. Ой, да он и вниз может спуститься, да? Класс. Слушайте, а как я их буду валить? Что-то я, по-моему, не готов. Блочит щитом. Дальнострельное оружие просто очень старое. Оно его бьет, он по три. Они все через этот мост не могут перейти. И это хорошо. Бегая вокруг планеты, говорят, чтобы получить нормпуху. Так, если по планете бесконечно долго бежать вперед, в итоге сделаешь круг? Я не знал, кстати, об этом. Вот мне тоже было интересно, как это устроено. Блин, ну что-то я не знаю, столько бинтов трачу на каждого этого чувака. Мобы должны быть примерно, ну, так же убиваться, вот как те, которых я в подземелье хвалил. Тут их два?! Мне сюда чуть-чуть рано. Так, ну он регеним. О, может тут можно пройти? Это тут даже... Да нет, тоже нельзя. Слушайте, они прикалываются. Может как-то... Да нет, никак, наверное. Это кроватка. Так, вот сюда залезть можно точно. Не понял. Ясно. А че этот чувак там вообще делает? Так, ладно, давайте этого сначала завалим. Я чувствую, что... Блин, он щитом все блочит.
Ну давайте чисто из пушки его убивать буду. А что делать? Готово. Всего так к началу данжа надо всех отводить. И будет норм. А что вот это за парень? Он стреляет из этого? Так, ладно. Понятно. Ой. Ой, яд. А его яд что, лечит, что ли? Не понял. О, классное место. Не, кажется, он может дойти. Тихо, ты ж не должен тут проходить, чувак, ты чё? Вот, стой. И не дергайся. Нихрена себе. Да он реально стреляет. И что мне с ним делать? Пукалкой своей это его кромсать. Может, его как-то отсюда можно достать. О! Ну, конечно, разброс стрельбы так себе. Ну я его так задолбаюсь убивать. А может его можно просто мечом побить, достать? По-моему, нет. Не, ну он мне мало сносит. Нормально, терпимо. Я его так быстрее застрелю просто. Фу, где бы найти нормальное оружие-то? Какой же тут будет босс? Как же я его буду убивать? Ой. Ой, ай, ой, ай, ой, ай, ой, 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 ай, ой, ай, ай, ой. Блин. Гребаный яд. Блин. Блин. Ты кто такой? Ясно. Сколько за них дают? 150? Ать. Ах, ты все-таки плюхнулся. Так, ну ничего, у меня еще 100 бинтов. Все нормально. О, сундук какой-то. О, ой! Ой-ой-ой. И чё это за говно?
Жесть. Класс. Спасибо. Ну, придется так просто плыть. Нормально, сходил. Видимо, тут тупик. А, это я кнопку нажимаю, льется вода. Просто проходим, короче. Надоело мне это. А там что? Блин, я ж их тут не откачу. Лол. Ну, считайте... Ой, мне, кстати, всегда было интересно, как работает веревка. И, кажется, она работает интересно. Слушайте, а может быть я могу в какие-то тайные места пролезть с помощью веревки, кстати? Только сейчас об этом задумался. Так, ну туда что-то я не хочу. Если тут мобы, то, наверное, нам туда не надо. Блин, 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 блин. Блин, блин. Подождите-ка, куда идти-то? Это не начало ли? Подождите, так это начало? Да, это начало. Эй, алло! Я не понял. Тут открылось, что ли, что-то? Этого пути... Да, блинский. Этого пути раньше не было? Походу, да. То есть не сюда. Видимо, да. Ага. Ой, ну... Другой выживший, похоже, меня... Спасибо, я буду следовать за вами. Нуждаешься в моменте? Привет еще раз. Прикольно. Может, она их всех убьет? Только куда идти? Женщина, иди сражайся. Вперед, вали их. Слушайте, ну она явно мочит получше, чем я. А я могу бегать и... Ой, ее убили. А, нет, это она одного убила из них. Ну, слушайте, нормально, она справляется. Нашу команду стоит бояться. Да. Это точно. Ну вот, другое дело. Убей того чувака. Вот этого, кракозябру, давай, бей его. Бей. Он же меня сейчас атакует. Молодец. 422 урон! Ни хрена себе. Смотри, я тебе сразу двух сагрил. Вали их. Во. Во. Вот это я понимаю дамаг. Вот это то, чего мне не хватало. Ты умеешь прыгать? Отлично. Смотри, тут еще один парень на меня нападает. Вали его. О, он на тебя нападает. Как он посмел. Фух. А может, и я себе какую пушку найду нормально. Вот опять не то, вот что надо. Мне надо дальнострельное что-то сильное. Ближнее это еще плюс-минус нормальное есть. Куда нам идти дальше? Туда куда-то. Так. Все собираем. А, это что-то у нас тут такое. Хрень какая-то. Понятно. Блин, а она же со мной не поплывет, да? Пошли со мной, подруга, пошли. Понятно. Недолго музыка играла. Может, я как-то могу ее впустить? Слушайте.
Да, может, я могу ее впустить? Там же есть эта решетка. Сейчас я проплыву. И открою ей. И все будет хорошо. Так, ладно, видимо, мне не сюда. Или сюда. Где же я их тут буду красить? Класс. Это класс. Может, они могут утонуть? Нет, как думаете? Это бы не помогло. О, может, они не будут меня преследовать под водой? Е-е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 
Я считаю, я неплох. Кто считает иначе, тот не прав. Скилл! Так, ну там два автоматчика, но от них можно бинтами. Ой, там же еще кто-то есть. Там их двое еще. Жесть. Жесть, как она есть. Еще эта штука, она стреляет не кучно. Да-да, пойдемте, ребята, пойдемте. О. Отлично. Блин, если бы не эта багуля, я бы не знаю, что я тут бы делал тогда. Подождите, а тут один, а где второй? Очень занимательный геймплей. Да у меня пушка просто плохая. Так вышло, случайно, серьезно. Так, плевал я на этих стрелков. Хотя, подождите-ка. А что это у нас тут? Это же пустая бочка. О-о-о! Говно какое-то. Записки. Класс. А с другой стороны то же самое есть? Нет. Ну и хрен с ним. Уходим. Опаньки, этот чувак выглядит как... Как кто? Да умри же ты. Эй, алло. Видали, он залагал. Ты убил Рамвиллу. Чё, кого я убил? Ну, мне жаль, если что. Это отстой. Ой! Ну, что я могу сказать, друзья? Вот и пришел конец моей игре. Их трое. Ладно, все, я справлюсь. Во, нормально, изи.
Я надеюсь, это босс. Не-не-не-не, тихо! Опаньки. Тихо-тихо-тихо, давай-давай-давай! Глупый персонаж. Ты должен бегать как... как ветер. Ну это аборигены, они тупые. Я считаю, что все довольно-таки по геймплею. Эй, стреляй, алё. Не-н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 е, втроём меня бить не надо. Минус один, хорош. Слушайте, а чё тот вот этот-то не умирает? Один из них. Это как? Еще только не говорите, что он его только ближним надо бить оружием. Ближний-то у меня тоже не очень, прямо скажем. Надо вот этого зеленого валить. Что делать с незеленым, я пока не знаю. Так. Да, убил, да. А ты не хочешь тоже поумирать, нет? Ага. Ага, понятно. Его надо бить только в миле почему-то. Но это, ну это нормально, да. У меня одноручное оружие, в принципе, все нормально. Скорее всего, я его убью. Угу. Не, ну так я его не убью. И бегаем, отхиливаемся. И деремся. И бегаем, отхиливаемся. И деремся. Не надо меня больше бить, не надо, пошел вон. Слушайте, бинтов 40 штук осталось. Я уходил, у меня было там что-то около 120-130, по-моему. Нормально, соточка бинтов. Ну чё, и все? Я молодец, нет? О, пушку дали, да ладно. Да ладно, оружие, 106... Да ладно! Да есть же... Не, ну оно хуже моего, блин, вот он стоит. 20 дюрацелевых слитков! Так, погодите, это что за оружие? У меня было другое оружие? Нет, вот это, ну-ка. Смотрим. Супер. Класс вообще. Мечта. Вот говно. Оставляем то же оружие, а пушка... Но это за удар, зато больше урона наносит. Урон за удар 226, а это урон 173. Хотя... Ну пусть будет, короче. Так, что у нас тут? Так, я должен поговорить о заставе, посмотреть, как все он объяснит. А, ну да. Что-то у меня... Че он так-то просто рандирует? Фу, back to ship. Жесть. Ну что, на этом, наверное, стоит закончить, друзья. На этой славной победе. Мы получили лут, мы получили плюшки. Я постримил на час дольше, чем собирался. Перетрудился чрезвычайно. Спасибо тем, кто смотрел.
И мы с вами встретимся завтра в 12:30 на трансляции Старлиги. Всем пока!